Ничто так не сближает в семейной жизни, как совместный просмотр хорошего сериала. Конечно же, с приложения Амедиатек. Это что-то готовое? Я, на самом деле, большой поклонник сериалов. Люблю сериалы «Викинги», «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие». Это последние три сериала, которые я посмотрел, и которых получил громадное удовольствие. Определенно. На 100%. Я бы порекомендовал участникам нашей сборной посмотреть сериал «Викинги». «Викинги» меня покорили масштабностью съемок, реалистичностью той эпохи. Классный сериал, мотивирующий, сериал, который, скажем так, показывает, на что способны настоящие мужчины. «Викингами» в футболе можно смело назвать сборную Исландии, потому что они играют душой и сердцем. Ну и отдельная тема – так, как они взаимодействуют со своими болельщиками. То есть это отдельная история, это надо видеть. «Ходячими мертвецами» в футболе можно назвать сборную. Конечно же, КВНщики, да, как они любят, сразу бы сказали бы «сборная России». И здесь бы все аплодировали, кричали «какая классная шутка». На самом деле футболистов сборной России это очень сильно раздражает, когда их называют «ходячими мертвецами». Конечно же, они не ходячие. Вот. Они гораздо лучше. «Во все тяжкие» круто. А почему круто? Потому что действительно сериал держал. Один из немногих сериалов, которые мы посмотрели целиком и полностью с моей супругой. Это шедевр, мистер Уайт. Конечно, Хайзенберг – это что-то, да. У меня даже теперь есть футболка с его изображением. Я иногда на диджейских выступлениях выступаю в ней. Конечно же, я противник наркотиков и все, что с этим связано. Но с точки зрения смотрибельности, «Во все тяжкие» – 5 баллов. Если бы мне предложили варить мед такой голубенький, как в сериале «Во все тяжкие», я бы, конечно же, отказался, да? Ну, во-первых, у меня нет химического образования. Перегонная колба с круглым дном на 5 литров. Да если серьезно, то, конечно, я живу по закону. Чего и вам желаю, друзья. А разве капитан Кук? Это не ты? Если бы мне предложили роль в каком-нибудь сериале, я бы с удовольствием согласился, учитывая то, что я уже снимался в нескольких из них. Да, к сожалению, чаще всего я играю самого себя. Мне это надоело. Хочу хорошие, серьезные роли, как Хайзенберг, например. Дополнительного времени в сериале у меня, к сожалению, я не даю шанса. Просто 15 минут, не зацепило, поехали дальше. То есть, если матч неинтересный, 0-0, игра в середине поля, выключаю. У тебя всего одна попытка. «Игра престолов», да? Прекрасный сериал до предпоследнего сезона для меня, да? То есть вот последние два я не смотрел. Вот как-то начал, и неинтересно. То же самое могу сказать про сериал «Шерлок Холмс», да? То есть с Бенедиктом. С с прекрасным таким харизматичным актером. My name is John Jacob Jingleheimer Schmidt. Кимбербэтч. Вот он, я про него. На самом деле, вот первый сезон, ну просто сказка. А сколько уже? 2-3? А вот второй сразу не зашел, а третий даже не стал смотреть. Хороший сериал и хороший футбол очень похожи. Они держат у экрана. Друзья, я знаю только две вещи, которые можно смотреть постоянно. Это футбол и сериалы в Амедиатеке.